Время солнцем катится, наша сказка сказывается. А сейчас мы вам расскажем сказку про семеро козлят. Далеко-далеко в лесу коза построила себе домик, и были у нее 7 маленьких чудесных козляточек. Как-то коза пошла в лес, там у нее далеко-далеко тоже был огород. Пошла она за капусточкой и за морковочкой. А неподалеку рыскал серый волк. Он узнал, что коза ушла и нету ее дома. Решил он отведать этих козляточек, скушать их. Пришел и стучит. Тук-тук-тук. Козочки там услышали. Спрашивают, кто стучится к нам? А серый волк говорит, это я, серый волк, пришел. Ваша мама меня послала к вам. Козлята говорит, нет. Мама никого не посылала. Мама сказала никому дверь не открывать, никого не впускать. Уходи, серый волк, мы тебе дверь не откроем. Ушел серый волк. Приходит козочка и говорит, к нам кто-нибудь приходил? Да, приходил серый волк. Хотел нас съесть, но мы ему дверь не открыли. Молодцы, козочки, маленькие козлятушки, ребятушки. Я сейчас пойду подальше, принесу вам вкусненького травочки, клеверку свеженького. И уж ладно, никому не открывайте, только на мой голос, когда я вам песенку спою. И ушла коза. Думал, как серый волк, как же к ним подобраться. Пошел он к медведю, а медведь был мастер голоса делать. Тоньше, звонче, красивее, говорит. Михаил Потапыч, я тут выступать буду, мне надо потоньше голосок петь хочу. Ну, Михаил Потапыч ему и сделал потоньше голосок. Пришел тут серый волк и начал петь. Серый козлятушки, малые ребятушки, это я, ваша мама пришла. Вам принесла молочка, клеверку, капусточки. Козлятки услышали голос, показался им знакомый, и решили открыть. А самый маленький козленочек и говорит, не открывайте, это не наша мама пришла, наша мама далеко ушла, это, наверное, серый волк. Не послушались козлята и открыли. Переловил всех волк козлят и понес. В мешке далеко несет, а маленький козленочек за печкой спрятался, и он его не увидел. Идет волк и думает, ну вот, сейчас я их всех съем. Проходит мимо, а тут неподалеку концерт был. Выступление, выступали все, песни пели. И кто хорошо споет, тому приз давали. Решил волк тоже петь. Вышел на сцену и начал петь песенки. А козлятки выскочили из мешка и домой побежали. Прибежали, а там мама сидит и плачет, где же наши козлятушки. Увидела их, что обрадовалась, что козлятки домой вернулись. Так они и стали жить вместе. Никуда мама больше от них не уходила. До свидания.